річний марафон телеефірів триває, і до нашої студії завітав ще один важливий гість. З ним обговоримо, яким був цей рік, що минає для всіх українців та маріупольців, зокрема. Чого чекати від 2022-го? Що вдалося реалізувати та які плани на майбутнє? Усі ці питання поставимо народному депутату України Сергію Магері. Сергію Васильовичу, добрий вечір. Отже, 2021 добігає кінця, і зазвичай у підсумкових інтерв'ю прийнято починати з того, щоб підбивати підсумки року, що минув. Але ж давайте зробимо трохи інакше та спочатку подивимося у майбутнє, саме на перспективу. Як ви вважаєте, рік наступаючим стане для України легшим або важчим за той, що зараз? Обычно в предновогодние дни не хочется говорить о каком-то напряжении, о проблемах, но я бы, наверное, покривил душой, если бы сейчас на ваш вопрос ответил, что будущий год будет гораздо лучше, чем год уходящий. К сожалению, такого не случится, учитывая, что экономика наша сегодня очень больна, серьезно больна, и, к сожалению, нет никаких оснований думать о том, что у нас жизнь простых украинцев, жизнь мариупольцев станет легче по той простой причине, что, к сожалению, рост цен на энергоносители скажется на стоимости всех товаров и услуг, и мы окажемся в очень сложном положении. Тобто треба розраховувати на себе, можна так сказати. Я думаю, що, к сожалению, бекграунд такой, у нас історія достатньо насичена нашого народу. Всі прекрасно знають, які нужно меры предпринимать, что нужно делать. Естественно, придется экономить еще больше, потому что вот тот бюджет, за который проголосовала Верховная Рада, он не позволяет даже компенсировать плановую инфляцию, которую предполагают слуги народа и правительство. К сожалению, еще раз подчеркиваю, цены будут расти очень большими темпами. Ну вот, к примеру, за мою общественную приемную арендодатель выставил счет за ноябрь месяц, когда не так было холодно, и этот счет вырос ровно в 4 с лишним раза за счет того, что выставили за отопление по стоимости 35 гривен за 1 куб. Можете себе представить, какая цена газа будет заложена в цены хлеба, сахара и всех остальных продуктов? Зараз, наскільки я розумію, парламент пішов на зимові канікули, тож коли саме плануєте повернутися до роботи та з чого Верховна Рада має розпочати свій новий 2022? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать телезрителям Маріупольського телевидения, что, к сожалению, вот моему сожалению, на канікули ми не ушли как таковые. У нас запланированы вот еще 3 недели, по сути дела, работы в комитетах. То есть это подготовка законопроектов, работа подкомитетов, чтение законопроектов. Кстати говоря, хотел бы, кстати, тоже сказать телезрителям, что работа Верховной Рады очень сильно отличается от местных органов власти. Почему? Потому что если местные советы рассматривают всю повестку, то есть каждый депутат рассматривает всю повестку, то в Верховной Раде по ее регламенту, по закону, комитеты рассматривают в большей части профильные законопроекты. И поэтому очень большая часть законопроектов остается неизученной, и нужно это все межсессионную неделю изучать самостоятельно, потому что даже на комитете, в который ты принимаешь участие, не все законопроекты вносятся. Поэтому приходится это делать на ходу. Поэтому каникулы как таковые – это косвенная история. Начнется заседание очень поздно, на мой взгляд. Я не ожидал даже, что слуги народа такое сделают предложение. В Киеве под куполом Верховной Рады соберутся депутаты только 25 января. Поэтому вот 2 недели в январе, неделя еще в декабре, которая идет, это заседание комитетов. Чтобы выучить все эти питания без законопроекта. Ну вот, если в неочередных каких-то не будет историй. А как что-то законопроектов? Чи є вже что-то конкретное, с чего начнется работа? Вот смотрите, тоже интересная, я думаю, информация для наших телезрителей. Есть такая конструкция, которую называют
погоджувальна рада. Погоджувальна рада, де збираються усі представники фракцій, груп, комітетів Верховної Ради, і які по понедільникам, це буває в сесійну неділю, які визначають повістку. На сьогоднішній день ми знаємо кількість зареєстрованих законопроєктів. Все це, звісно, в доступі на сайтах. Ну, що винесуть в зал? Это даже неизвестно, я вам скажу, бывают сюрпризы даже в текущей неделе. Ну, то есть, кто-то из слуг народа, там есть одна такая, если можно сказать, говорящая голова, которая выдает вот такие предложения, и которые меняют повестку просто на 99%. Берут, поднимают из повестки вопросы, которые значились там 20-30 вопрос, его выносят на первое место, монобольшинство голосует, и вот вам повестка, которая меняется. Это также причина монобольшинства, так? Они выбирают? Вони да, кстати говоря, еще раз, вот понимаете, на самом деле у нас очень много таких, ну если не подковерных, то во всяком случае не сильно на поверхности лежащих нюансов, да, то есть вот на сегодняшний день уже достаточно большой срок у монобольшинства, нет этого монобольшинства. Им помогают две депутатских группы, это «За майбутнє» и «Довіра», которые добавляют своими голосами до необходимых 226 голосов. Вот для того, чтобы закон был принят, нужно минимум 226 голосов. Больше, пожалуйста, меньше никак нельзя, этот закон не примут. «Слуги народа» очень много голосования, ну, редкое исключение, один или два за последние 2-3 месяца, когда нам дали 226 голосов. А так это 210, 212, 208. Ну, то есть не хватает для принятия законопроекта. Ну, никак. То есть, по сути дела, монобольшинства нет. Нужна коалиция. Но маленький нюанс в том, что коалицию делают с фракциями. Поэтому на сегодняшний день есть очень большие основания предъявить претензии монобольшинству. А вот «За майбутнє» и «Довіра» сегодня несут ответственность за принимаемые решения Верховной Рады, так как они голосуют точно так же, как «Слуги народа», и помогают им в принятии законов. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, к сожалению, наши законопроекты, мои в том числе, от депутатской группы партии «Оппозиционный блок», а их более 30 законопроектов, вот можете себе представить, мы законопроекты подаем, ну вот 20 законопроектов было подано еще в 2019 году. Ни один законопроект не попал в зал Верховной Рады. Мои законопроекты вносились в повестку, но вносились как раз 18-й, 32-й, там, 47-й, это вот я на память называю, потому что запомнились эти цифры, то есть в зал сам для обсуждения они не выносились, а там есть что обсудить. И свободная экономическая зона для территорий, прилегающих к линии разграничения, потому что экономику нужно именно здесь поднимать, не где-либо. Вот все полезные истории, они остаются, к сожалению, за кадром. Але ж більшість вважає, що це поки що не так. Вони навіть поступають іноді по-другому. Вони бачать, що законопроект цікавий, полезний, вони реєструють свою версію під другим номером. І її вже виносять. І вони її вже виносять з другими авторами, і як би от ордена вішають себе любимим. Дійсно. Хотіла б почути також вашу точку зору стосовно гучної заяви Міністерства оборони України. Певно, що вже чули, він стосується жінок, так, більш ніж сотень професій, віком від 18 до 60 років. До речі, журналісти також туди підпадають. Що жінкам доведеться стати на військовий облік? Тема дійсно набула такого досить великого розголосу в Україні. Було навіть багато жартів в інтернеті про це, вони і зараз є. Але ж якщо серйозно, як цю новину сприйняли у парламенті та як ви гадаєте, що саме стоїть за цією заявою? Ну, здесь, естественно, все это лежит в тренде последних заявлений и политики и президента страны, и, естественно, монобольшинства, направленные на противостояние, которое у нас организовалось здесь, да, на Востоке, получилось, ну и против соответствующей России. Я думаю, телезрители не дадут мне соврать. Законопроект, на самом деле, принимался еще весной. Я его, кстати, не поддерживал. Он
по большому счету сырой, и вы можете это видеть на предмет того, что списки профессий, которые Министерство обороны своим приказом уже опубликовало, сейчас корректируются. Это говорит о том, что подготовка на самом деле была не очень хорошая и качественная. Да, действительно, юмора и по этому поводу очень много. Власть торопится сообщить о том, что это не о призыве речь, а только лишь о военном учете. Но на самом деле, я думаю, нужно быть откровенным. Если вы ставитесь и становитесь военнообязанным, а только военнообязанных ставят на военный учет, это нужно быть готовым к призыву, по большому счету. Поэтому за этим законопроектом достаточно серьезные последствия должны быть. И успокаивать вот так народ, ну, как бы, я считаю, это, ну, немножечко самообмана, по большому счету. Хотя говорят, вот и шутят, страшно не призыв женщин, а страшно, когда теща на 2 секунды раньше собирает АКМ. Вот такая шуточка стоит. Но с другой стороны, ничего... Ну, как бы супер плохого тоже в этом, в общем-то, нет. Надо психологически спокойно к этому подготовиться. Я знаю, что в многих странах, и наверняка и телезрители подтвердят, многие страны, вот призыв, да, в запасе, да, у них практически все население взрослое. Это и, допустим, Швейцария, и очень часто вспоминают Израиль, где служба в вооруженных силах женщин только приветствуется. Но надо сказать, что за такими решениями должна быть и позиция правительства и государства. То есть людей, которые защищают страну, нужно по большому счету, ну, каким-то образом поднимать их значимость. Это не дело, когда мы практически вот сталкиваемся с тем, что заработные платы, во-первых, военным уже достаточно долгий срок не поднимают, это раз. И второе, долги по оплате военнослужащим просто были огромные. И они только-только вот сейчас под большим давлением оппозиции стали погашаться. Вот тут я ничего хорошего в этом не вижу. То есть военнослужащие должны получать соответствующую оплату за свою работу, а это работа, сопряженная с риском. Люди, к сожалению, ребята гибнут, поэтому ничего хорошего в этом нет. Я думаю, нам надо пройти эту историю. Щодо основних показників держбюджету на наступний рік. Знову про плани, про перспективи, що у нас маємо, за яким вектором рухатиметься Україна. Що про це можемо сказати? Перше. К сожалению, этот бюджет, он не может быть назван социально ориентированным, потому что по, например, субсидиям при росте цен на энергоносители заложено меньше, чем в текущем году. Это уже о чем-то говорит. Рост пенсии и зарплат не компенсирует даже, я об этом говорил, инфляцию, которая планируется, которая запланирована. А это, она тоже точно превысит эти цифры. Вот, да, мы увеличили, имеется в виду бюджетом государства, расходы на медицину, расходы на образование, но темпы затрат на содержание этих учреждений. Мы ничего практически не сделали с реформой Супрун. Президент еще в 2020 году обещал пересмотреть эту реформу. Но на 2022 год ничего не изменили. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что под большим риском закрытия, вот реально с февраля месяца, я предполагаю, у нас очень будут большие проблемы с инфекционными структурами, да, то есть с инфекционными больницами. Деньги не успевают ходить за подобными историями, об этом можно сейчас прочитать. И что будет, если не будут внесены изменения в бюджет, мне трудно сказать, потому что Министерство здравоохранения закладывает просто такие деньги, которые не способны поддержать эти структуры. Поэтому вот этот бюджет, нельзя сказать, что он в большой плюс. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что бюджет – это то, что мы можем заработать. Да, мы его делим из того, что у нас есть. К сожалению, прежде всего, впереди паровоза больше ничего не должно быть. А паровоз – это экономика. Если экономика нам не позволяет заработать эти деньги,
Как мы можем считать, что нам должно хватить там на все стороны жизни? Да, хотелось бы, но экономику, к сожалению, сегодня мы сталкиваемся с обратной историей. Закон 56.2.0, ну, телезрителям это ни о чем не скажет, но он принят и подписан, речь идет о повышении налогов. Когда мы, любое государство, поднимало экономику за счет повышения налогов? Ну, так это не бывает, так это не работает. Нужны целенаправленные усилия на увеличение количества рабочих мест, на то, чтобы люди, ну, посмотрите, что происходит с ФОПами. Ну, фискализация, РРО, противостояние. К сожалению, мы идем по пути не поднятия экономики. Что с этим антиолигархическим законопроектом? Весь мир с большим бизнесом старается так сделать, чтобы этот бизнес помогал стране и экономике, в частности. У нас все наоборот. Ни в одной стране таких законопроектов нет. С другой стороны, закона о лоббизме у нас тоже нет, что есть в других странах. Антимонопольный комитет в Украине практически не работает, его роль абсолютно не видна. Ну, вот я думаю, что не случайно на сегодняшний день большинство українців вважає, що країна розвивається не в тому направлінні. Так, адже ми маємо те, що маємо. Податки підвищуються, і цей бюджет, він, на жаль, не на користь наших громадян. Я дуже сподіваюся, що наступний рік буде більш плодотворний з точки зрення, щоб «Слуги народу» услышали опозиційні партії, внефракційних депутатів, тому що, ще раз говорю, ми за те, щоб будувати, а не для того, щоб, извините, дерибані. І почула думку звичних людей. Самозвичайно. А щодо більш таких радужних перспектив, скажімо, це вже повертаючись до питання місцевих, саме місцевого бюджету. Адже ви були присутні на 14-й сесії міської ради, там приймався бюджет на наступний рік та затверджувалася стратегія розвитку Маріуполя до 2030 року. Ось тут ми дійсно бачимо, що Маріуполь має такі досить амбітні плани, перспективи в нас дійсно є. Ваша точка зору стосовно цих двох документів? Прежде всего, о стратегии развития. Я вам скажу, что такого документа я вот не могу назвать второго города Украины, который мог бы располагать таким детальным документом и так хорошо проработанным. На самом деле, я считаю, что этот документ очень ценен тем, что, во-первых, над ним работало очень большое количество людей, структур, специалистов. Ну, то есть, этот документ не с кондачка и не с потолка. Это достаточно проработанная программа, базирующая на сегодняшнем дне Мариуполя. С другой стороны, мы видим, что бюджет Мариуполя на следующий год, он не такой амбитный, да, как то кажут. То есть, у него бюджет развития сократился. И эта объективная тенденция, к сожалению, идет не из Мариуполя, то есть это не тренд мариупольский, это то, что навязано центром, Киевом. Я еще раз подчеркиваю, что, к сожалению, децентрализация, она в центре, естественно, не поддерживается, потому что чем больше средств остается на местах, тем они более свободны и более самостоятельны. И это не всегда нравится правительству, потому что хотелось бы влиять и управлять лучше. Впереди возможно создание префектур, это президентской вертикали, отказ даже от районов. Ну, там целая история, которая, я считаю, в самостоятельности нашим регионам не прибавляет. Поэтому бюджет города, он адекватен. Он, опять же, является бюджетом, который спонсирует другие города, то есть он имеет средства и доходность чуть выше, чем в других городах. И, к сожалению, из Мариуполя берут, из бюджета Мариуполя берут средства для перераспределения другим регионам. Называется это реверсной дотацией. То есть вот слово «дотация», казалось бы, это должны что-то давать. На самом деле впереди стоит слово «реверсное», то есть в обратную сторону деньги изымаются из Мариуполя, и такое изъятие в этом году остается вот такой же, как и в прошлом, но не учитывается. Вот моя поправка в бюджет страны, которая предлагала учесть житие, бытие в Мариуполе нормальных, по сути дела, уже граждан Мариуполя, военных,
Я не могу назвать их число, это военная тайна, но их очень много. И вот эта разница по формуле должна была бы оставить в бюджете города 40 миллионов гривен. К сожалению, слуги народа и нашли такую ноу-хау в проекте. Моя поправка в таблице поправок значилась как «враховано частково», то есть частично учтена, но весь фокус в том, что ее просто отправили на Кабмин, для того, чтобы Кабмин рассмотрел мою пропозицию. Ну, пропозицию, мягко скажем, отклонили, поэтому 40 миллионов гривен у нас все-таки из бюджета дополнительных. То есть это за 400 миллионов гривен будет изъятие из бюджета города. Поэтому я считаю, что Мариуполь сегодня – это город развивающийся. Благодаря его промышленным предприятиям, благодаря его предпринимателям, его бюджет достаточно большой и позволяет вести развитие города, в чем я и очень удовлетворен, и надеюсь, что все средства, которые мы зарабатываем, да, платя налоги в Мариуполе, все-таки пойдут на во благо всех жителей города. І що важливо, у нас є люди, які представляють інтереси Маріуполя все ж у Верховній Раді, і не дивлячись на те, що деякі законопроекти лежать довгий час, поправки там не розглядаються, але ж вам також є чим пишатися. Я вам скажу, пользуясь случаем, уважаемые телезрители, хочу сказать о том, что Вадим Владиславович Новинский по 57-му округу, он депутат Верховной Рады, человек, которого уважают во всех фракциях Верховной Рады, и он входящий в высокие кабинеты, он очень много делает для города. Я благодарен ему за поддержку. Его опыт предыдущей каденции помогает все-таки решать вопросы. И вот в этом году хорошо, что удалось таки мне привлечь, не без поддержки Вадима Владиславовича, 30 миллионов гривен в бюджет города в этом году поступило. Я хотел бы очень расширить географию инвестиций с этого фонда, а это фонд социально-экономического развития страны, он делегируется, эти средства, на округа, вот расширить его географию, поддержать проекты наших жителей города, вот, и в том числе проекты городской власти, вот сделать такой микс, чтобы у нас было не два объекта, как в этом году, 15-я школа 20 миллионов и 10 миллионов, 110-й детский садик, два капитальных ремонта двух заведений, а расширить и сделать где-то спортивную площадку, где-то помочь с вентиляцией, очисткой в школе. Ну, то есть вот такие предложения сегодня поступают, и я бы хотел бы эту историю продолжить. Но при одном условии, если слуги народа поддержат вот мои инициативы и выделят деньги. Я очень на это надеюсь. Во всяком случае, разговор со Шмыгалем был. Виктория Гриб, еще один депутат Верховной Рады от оппозиционного блока. Вот мы подходили к премьер-министру, и он пообещал, що деньги будемо сподіватися, посмотрим, що так буде. Так. А взагалі, що вважаєте головним досягненням Маріуполя і за цей рік, можливо, і за попереднім? Знаєте, от самая важная черта Маріуполя – это динамика. Вот, понимаете, динамика, что вот вчера было так, или там, образно говоря, позавчера, а сегодня мы видим изменения в городской среде. Ну, посмотрите, ну, наверняка все согласятся, что происходит с нашими парковыми зонами, что у нас происходит со зданиями, как мы учебно-детские учреждения делаем, что у нас с капитальными ремонтами школ. Ну, то есть у нас есть динамика, есть развитие. Вот я считаю, это самый главный плюс. Да, очень бы хотелось, чтобы мы видели не только это развитие, но и на своем кошельке, семейном бюджете видели прирост. Но тут чуть-чуть уже вмешивается не только городской уровень, но и страны, о котором я говорил. К сожалению, у нас ситуация не самая лучшая, и экономика у нас страдает. Ну, я очень надеюсь, что следующий год будет переломным, что когда слуги народа поймут и правительство, что нужно объединять усилия, не нужно разделять, искать врагов, а нужно искать соратников. Чим вам запам'ятається рік, що минає 2021, і як народному депутату, та як звичайному українцю, який має сім'ю, дітей та звичайні домашні хлопоти, скажімо так? Ну, тут дві частини, дві составних. Ви дуже правильно підчеркнули, що є історія офіційна, да, тобто моя робота, моя діяльність. Я вважаю, що в цей рік, по сравнению з прошлым, змінення существенні. От я озвучив, це 30 мільйонів гривень, привлечених в бюджет.
города и потраченные на развитие города. В целом, в Верховной Раде, учитывая свой бэкграунд работы в нескольких каденциях городского совета, я бы не сказал, что что-то такого сильно выдающегося произошло. Все очень привычно, очень большое количество общений с телевизионного экрана. Я рад тому, что есть возможность благодаря поддержке «Зеленого центра» Вадима Владиславовича Новинского оказывать поддержку инициативным людям в Мариуполе. В этом году очень много сделано совместных интересных дел с жителями города, с общественными организациями. Список очень большой. А с точки зрения семейных историй, ну, слава богу, что дети растут, они уже достаточно у меня большие. Здорово, что каждый из них находит свой путь, они хорошо с профессиями выстроили себе, они работают. Вот, есть возможность и отдохнуть, погулять у моря. Пользуйтесь этим возможностью, что Мариуполь – это морской город. Море у нас просто замечательное, даже в такую пору времени. Так. Ну, до речі, до головного зимового свята залишається зовсім трохи. А чи є, можливо, у вас якісь особливі сімейні традиції, яких ви обов'язково дотримуєтеся перед святами? Я думаю, что я никого не удивлю. Очень многие семьи поступают именно так. Это встреча Нового года в кругу семьи. Безусловно, это украшение уюта дома и не только. Вот поэтому сегодня у нас есть такая возможность как-то оформить новогоднюю елку, придомовую территорию, чтобы она была, выглядела красочно. Поэтому это все вот в этом же ключе, никаких особенных вещей нет. Новый год я встречаю в Мариуполе, никуда я не уезжаю. Наверное, это, возможно, больше исключение из правил, но я считаю, что вот город Мариуполь – отличный город для того, чтобы здесь и жить, и работать, и отдыхать. І на завершення розмови ваші побажання з новорічними святами. І маріупольському телевіденню, і всім нашим телезрителям, я думаю, що буде дуже желательно бачити 22-й рік більш мирним, щоб у нас не грохотала канонада, щоб в наших домах був слышен тільки дитячий сміх. Я хочу пожелать всем благополучия, я хочу пожелать всем здоровья. Я хочу, чтобы в ваших домах, в ваших семьях царило понимание, царила любовь, чтобы вы почувствовали, что 22-й год стал более лучшим, чем год уходящий. Всего вам самого доброго, уважаемые телезрители. Будьте щасливі, хай вам щастить. Дякую вам за розмову та за побажання. Ми також до них приєднуємося і обов'язково зустрінемося з вами у нашій програмі, але вже у наступному 2022 році. На цьому наша програма завершується. Дуже дякую телеглядачам, що дивилися. У студії працювала Анна Дорохова. На все добре. Побачимось.